Толкование, значение, сна про нары. Приснились нары по Сонику Цветкова. Приснились нары MDSH, сновидение свидетельствует о скрытой нужде в чем-либо и о грядущем тяжком труде. Многие обстоятельства могут складываться не в вашу пользу. Придется проявить огромные усилия и старательность для того, чтобы задуманные вами вещи начали получаться. Сновидение также может стать призывом к действию. Чтобы добиться чего-то значимого, необходимо раскрыть свой потенциал и стать лидером в своей жизни. Не исключено, что вы все это время шли на поводу у других людей и обстоятельств. Что ж, пришла пора меняться. Воспринимайте это как грядущее увлекательное путешествие и знайте наверняка, что у вас все получится без сомнений. Любые испытания в жизни всегда даются по силе человека, к которому они пришли. Так что сомнений нет, вы справитесь. Сонник Миллера, нары. Сон про нары по Сонику Миллера станет предвестником возможной болезни в ближайшем будущем. Следить за здоровьем стоит начинать уже сейчас. Лучше всего будет пройти профилактическое обследование, чтобы исключить все возможные риски и начать принимать иммунные препараты. В заботе о себе нет ничего сложного, но именно из-за того, чтобы вы в какой-то момент стали пренебрегать собственным здоровьем, подсознание подает вам сигнал и возможность обратить на это внимание до того, как придется применять тяжелые лекарства. Если в сновидении вы увидели нары, которые пусты, то это принесет вам затяжную полосу неблагоприятных событий. Она придет внезапно в вашу жизнь. Такие проблемы могут появиться в вашей жизни из-за финансовых спекуляций и неосмотрительности. Безусловно, любые грядущие события можно исключить, если проявить больше сдержанности и взять в руки события своей жизни. Не идите на поводу у провокаций со стороны людей, которым вы не доверяете. Скорее всего, именно они захотят вас втянуть в сомнительную авантюру. Но не стоит также быть чрезмерно подозрительным человеком, потому что вы можете распугать всех близких вам людей собственным поведением. А как известно, заслужить доверие после будет значительно сложнее, чем разрушить. Сон про нары по Сонику Мисс Хасси. Видеть себя в сновидении, находящемся на нарах к потере финансового благосостояния и уважения со стороны людей, работающих с вами на одном предприятии. Причиной такой внезапной перемены может стать ваше частое обсуждение коллег за их спиной. Стоит умерить пыл и перестать находить изъяны в жизни окружающих и начать следить за событиями собственной реальности. Такое чрезмерное увлечение не своей жизнью свидетельствует о нехватке ярких происшествий и отсутствии цели в существовании. Самое время вспомнить все свои давние мечты и начать двигаться в этом направлении. Сновидение пришло к вам не случайно и дает возможность кардинально изменить все происходящее вокруг. Этим шансом стоит воспользоваться и стать более уверенным и интересным человеком. Приснились нары по Сонику Фрейда. Сидеть на нарах во сне к проблемам, связанным с алкогольным опьянением. Из-за нехватки эмоциональной окраски жизненных событий вы начинаете периодически налегать на алкоголь. Это может привести к абсолютно реальной картинке из сна вытрезвителю. Сновидение является предупреждающим, и стоит обратить внимание на то, что на данный момент происходит вокруг вас. Если никаких неблагоприятных событий не предвидится, и вы спокойны за свое будущее, то в качестве профилактики стоит попросту поменять некоторые жизненные приоритеты. Но если все же риск грядущего исполнения сна велик, то начните действовать уже сейчас. Сновидения, перед тем как случиться, часто приходят за неделю до события. И за этот период можно подготовиться и сделать свою жизнь иной, более благоприятно расположенной. Исключить события, которые несут за собой негативные последствия, не удастся абсолютно полностью. Но вы можете сгладить их последствия. Заручитесь поддержкой близких и тех людей, которым вы доверяете. Попросите при необходимости заранее помощи, особенно если настанут трудные времена. В любом случае, такое сближение с людьми, которые вам не безразличны, поможет справиться с любыми трудностями и неприятностями сообща. И вы еще раз убедитесь, какая надежная поддержка вас окружает. Видеть во сне нары по эзотерическому Сонику. Нары во сне станут символом беспокойства в жизни, нервных расстройств и настроения близкого к депрессии. Очень многие вещи перестанут получаться, даже то, что ранее шло легко и непринужденно. Так происходит из-за неправильной расстановки приоритетов. В какой-то момент вы зациклились на чем-то одном в своей реальности и совершенно не видите ничего другого вокруг.
Проанализируйте, в равной ли степени вы уделяете внимание всем сферам происходящего. Не забываете ли о своей семье и близких, или только живете деньгами и работой. Так или иначе, стоит разделить время так, чтобы хватало на все. И лишь после вы сможете почувствовать себя человеком, который развивается везде и готов нести ответственность за все происходящее.